В общем, всем привет еще раз. Прекраснейшая новость для каждого из наших подписчиков, но, может быть, и не только, для всех абсолютно, что 9 июня, это следующий вторник на следующей неделе, на аукционе Манхейм у нас в городе Монреаль, пожалуйста, вот здесь вот все отмечено, 9 числа, очень большая, грандиозная распродажа от ваговской группы. Продаются Volkswagen Audi от Volkswagen Group Canada. Очень большая, на самом деле, такая большая распродажа не было даже еще до коронавируса. То есть сейчас, видимо, из-за того, что накопилось очень много автомобилей, решили, как говорится, выпустить в продажу очень большое количество лотов прекрасных автомобилей. В общем, что самое главное хотел сказать? Самое главное, что мы сегодня вам покажем все, что продается. Продается 80 машин Volkswagen Touareg и Audi Q7. Около 80 машин. То есть это грандиозное количество автомобилей. Но так как их очень много, мы не будем заострять внимание на каждой. Очень много, да? То есть мы просто пройдемся экспромтом по всем машинам. И что я могу сказать, значит, по ценам. По ценам, чем больше пробег, чем ближе к 300 тысячам километров, между 250 и 300 тысячами километров, вот эти дизельные автомобили, они в Украине, допустим, будут уже под ключ полностью там, от 15 тысяч долларов и вверх. То есть вот и все. То есть смотрите. Если вас какой-то вариант из Volkswagen Touareg или Audi Q7 заинтересует, звоните нам, и конкретную машину, которая вас интересует, мы вам вышлем всю детальную информацию по ней, вплоть до карфаксов, отчет о состоянии, и все-все детализированно будем обсуждать и решать, что у вас получится под ключ уже в вашей стране и в вашем городе. Потому что это очень много зависит, как говорится, тоже в каком городе вы живете и за какие деньги ее купить. Тут, скажем так, составляющих много моментов, от которых зависит конечная итоговая цена в Украине, предположим, да. Но один из таких составляющих моментов – это цена закупки, естественно, год машины, вот, и курс соотношения канадского доллара к доллару США. То есть вот… От многих моментов, вот от этих моментов это все зависит. Окей, давайте быстренько пройдемся экспромтом, еще раз хочу сказать, именно экспромтом, потому что слишком много машин, и не буду сильно много заострять внимание на вот этих, как говорится, на каждом лоте. Окей, давайте так, смотрите, вот первая машина, это Volkswagen Touareg 2012 года, состояние 2,7 балла, вот ее ВИН-код, ее пробег, прогноз цены. То есть я вам уже объяснил, сколько они получатся в итоге, от чего они получаются в Украине под ключ. А дальше уже зависит от остальных составляющих. То есть просто, если вас интересует машина, сообщите нам номер ВИН-кода, либо делайте скрин с экрана и отправляйте нам, что вас интересует. Поехали дальше. Следующая машина, тоже Volkswagen Touareg 2011 года. Дизель, это все дизельные машины, ребята, абсолютно, обратите внимание, бензиновых нет, только дизеля. 3,5 балла по состоянию, CarProof есть, CarFax есть, вот ее ВИН-код. Продается 9 числа. Все машины продаются, обратите внимание, все, абсолютно все машины продаются 9 числа, 9 июня 2020 года. Вот информация. Продаются они у нас на Манхейме, Монреале. Так, вот это вторая машина, которая тоже Volkswagen Touareg с этой ценой. То есть, любой заинтересованный лот, пожалуйста, пишите, мы индивидуально, в индивидуальном порядке посчитаем подключенную машину. Следующая машина. У нас вот этот Volkswagen Touareg в комплектации Comfort 2012 года. Вот ее ВИН-код, вот ее пробег, вот, и вот цена, прогноз цены, за которую она будет продаваться. Хочу обратить внимание, что не факт, что она уйдет именно за эти деньги, которые показывают на Манхейм. Вот видите, где Pickup Location, Quebec, Манхейм, Монреаль. То есть она у нас здесь находится. Продавец Volkswagen Group Canada.
То есть, как показала предыдущая распродажа, которая была 26 числа, 26 мая, но у нас не получилось купить очень много машин, как было заказано, потому что автомобили продавались дороже, почему-то, по прогнозируемой цены. Будем надеяться, что в этот раз, может быть, мы будем хотя бы плюс-минус попадать в этот прогноз, потому что в прошлый раз было дороговато, и у нас получилось намного меньше машин купить. Так, это следующая машина, давайте смотрим, также тоже Volkswagen Touareg 2011 года, вот его ВИН-код с пробегом 209 тысяч километров, прогноз цены канадских долларов, видите, вот этот C и доллар, это канадский доллар. Вот он прогноз цены от Панхи. То есть, если вас заинтересует эта машина, пожалуйста, обращайтесь. Мы в деталях вам вышлем и condition report по машине, CarProof и всю информацию. Вместе проанализируем интересующую вас машину. Я фотографии не показываю уже этих машин, чтобы не затягивать вопрос обзора, потому что их слишком много, их 80 автомобилей. То есть, индивидуально вас интересует какая-то машина, вышлите нам скриншот с экрана, мы вам расскажем. Так, следующая машина, вот это Audi Q7, вот она, 2011 года, комплектации премиум, вот ее ВИН-код, вот ее пробег. 3,7 балла состояния из 5 возможных, это очень прекрасный балл, поэтому, если заинтересует, пожалуйста, давайте нам формат, скажем так, скриншот, мы вам все вышлем по этой машине. Следующая машина, ребята, вот этот вот Volkswagen Touareg 2011 года, вот ее ВИН-код, пробег тоже 208 тысяч километров, MMR not available, то есть нет прогноза цены. Ну, то есть звоните, мы вам расскажем, что там, как по прогнозу цены, и примерно за сколько она выйдет, в Одессе, допустим, потуже. Следующая машина, вот этот Volkswagen Touareg 2011 года, в комплектации Exec Line, ну, вернее, Highline. Видите, Highline комплектация. Но я хочу сказать, что Mannheim часто ошибается. Поэтому иногда они пишут Highline, а на самом деле это может быть Exec-Line. То есть, бывает такое. 3-4 балла по состоянию. Это очень хороший балл. Вот ее ВИН-код, вот ее пробег. Белая, с коричневым салоном. И даже есть прогноз цены. Вы видите, что 7 тысяч там с чем-то долларов канадских. То есть, не факт, что именно за эти деньги уйдет оно, но есть вероятность. Вот, то есть такая вот вариант. Следующая машина у нас Audi Q7 2011 года с вот этим ВИН-кодом. У машины пробег 205 293 километра. ВИН-код вот этот вот, пожалуйста, посмотрите на ВИН-код автомобиля. Продавец, все, продавец это все один и тот же продавец. Это большая грандиозная распродажа. Продается около 80 машин. Volkswagen Touareg и Audi Q7. Все дизельные. Ребята, обратите внимание, все дизеля. Все машины в Монреале. То есть, конечная цена. Все зависит, конечно, от этой цены закупки. Вот. Ну, на такие машины примерно... Вот если примерно за эти деньги купить, это где-то от 16 вверх пойдет уже. За цены в Украине. Под ключ, имею в виду. Следующая машина это вот Volkswagen Touareg 2012 года с этим ВИН-кодом. Вот ее пробег, посмотрите. Black Brown, то есть она черная внутри коричневая. Прогноз цены имеется. Это в долларах канадских, не в долларах США. Вот 2,4 балла по состоянию, CarProof, все есть. То есть если интересует какая-то из этих машин, хочу еще раз обратить внимание, высылайте скриншоты конкретного автомобиля, и мы вам перешлем детализированную информацию по каждой машине, которая вас интересует. Окей, бежим дальше. Следующая машина. Вот это 2011 года Volkswagen Touareg, комплектации Highline, почти 200 тысяч километров пробег, чуть меньше. Вот ее ВИН-код. 3,8 балла по состоянию. Все это дизеля. Вот видите, дизельный шестицилиндровый мотор. ВИН-код есть, все есть, прогноз цены есть. Устраивает, белый цвет нравится, огонь, пожалуйста, начинаем рыбачить. И во вторник мы можем купить вам эту машину, 9 числа, она может быть ваша. Так, следующий автомобиль, это тоже Volkswagen Touareg. Видите, как много на этой распродаже Touareg.
Любимая народная машина, она реально классная, она очень живучая, очень мягкая, без пневмоподвески, хочу обратить, ребята, внимание, у нас в Канаде нет пневмоподвески на Volkswagen Touareg. И фактически Audi Q7 тоже практически все без пневмоподвески. Вот ее ВИН-код, вот отчет о состоянии, 2,8 балла, прогноз цены тоже имеется, 2011 год. Все продается во вторник, 9 июня. Следующая машинка, это вот тоже Volkswagen Touareg, 2011 год, вот ее ВИН-код, 192 тысячи километров пробег. Ну что, классный аппарат, прогноз цены есть, грей снаружи, серый и коричневый внутри. Давайте следующую машинку. Следующая машинка у нас Audi Q7, 2010 год, в комплектации премиум. То есть, по-моему, это даже S-Line. Если... Да, это S-Line. Вот S-Line по рулю видно сразу. Значит, вот ее ВИН-код 3,7 балла по состоянию, 191 тысяча километров пробег. И вот смотрите, какая интересная штука. 6900 прогноз цены. Ребята, она обалденно классная получит цену. Вот эта дизельная машина у вас в Украине подключена. Очень сильно зависит цена от вот этой цены закупки. Хорошо, переходим к следующему лоту. Следующий лот у нас вот этот вот Volkswagen Touareg Exactline. 2,8 балла по состоянию, 188 тысяч пробег. Отчет цены, ну, прогноз нету. Вот, но примерно мы понимаем, что за сколько уходит, и вас проконсультируем, если вас интересует именно эта машина. Машина black on black, то есть черная на черном. Вот, пожалуйста, салон. Ну да, вот здесь они не ошиблись с этой комплектацией Exactline, потому что вот если вы посмотрите на динамик, то там DynAudio музыка, то есть это самая дорогая комплектация, реально она такие, есть никаких ошибок. Окей, следующий автомобиль у нас Audi Q7, в комплектации премиум, значит 3-4 балла по состоянию, видите, то есть детализированно мы вам дадим информацию по нем, по ним, по этим машинам, если вас интересует. Вот ее ВИН-код, пробег 187 тысяч километров, Grey and Black. Вот прогноз цены. То есть, если вас интересует эта машина, пожалуйста, обращайтесь. Следующий автомобиль, это Volkswagen Touareg, значит, 2011 года, комплектация комфорт. Ну, не знаю, насколько это комфорт, может, по-моему, не похоже, больше там, получше комплектация, потому что у нее диски большие, больше похоже на Highline или Xeline. В общем, вот ее ВИН-код, отчет о состоянии 3 балла, 184 тысячи километров. Ну, то есть, если вас она интересует, вот дизельный двигатель, пожалуйста, обращайтесь, мы вам ее купим. И вы получите у себя в Украине под ключ по очень хорошей цене. Следующая машина это у нас Volkswagen Touareg 2011 года. Да, вы видите, на этой распродаже в основном машины с большими пробегами, ближе к 200 тысячам километров. Конечно, такие пробеги вы не будете покупать. Но вы можете не бояться такие пробеги все-таки. Машины без пневмоподвески, моторы очень надежные, 3.0 двигатели, коробки скоростей там японский тойотовский айсин, то есть это очень хорошие живучие коробки скоростей. Ну, то есть, в принципе, тут ломаться особо нечего. То есть, реально они живучие, недаром, особенно в Украине, их сильно полюбили. То есть, вот смотрите, 2,7 балла состояния, вот ее ВИН-код, 184 тысячи пробег, вот прогноз цены. Ну, переходим к следующему году. Следующий лот, это 2011 года автомобиль, тоже Volkswagen Touareg. Белого цвета, прекрасный, шикарный. Выглядит он в белом цвете, белый и браун внутри, коричневый салон. Прогноз цены имеется, отчет о состоянии есть. В общем, обращайтесь, мы сделаем эту машину вам под ключ в Одессу со всеми расходами по очень классной цене она будет. Следующий автомобиль снова Volkswagen Touareg 2012 года. Комплектация Highline, пожалуйста. ВИН-код автомобиля, вот ее пробег 181 тысяча километров. White снаружи, black черный внутри. Прогноз цены вот имеется. Парочку фотографий. Ну, красивый, хороший вариант. Дизельный автомобиль. Под ключ в Украине получится очень, очень, очень достойный денег.
Следующий автомобиль у нас Audi Q7. Тоже дизельный двигатель. Она 7-местная, как вы видите. Вот. То есть большинство у нас Audi Q7 7-местные идут. Все они без пневмоподвески, как правило. Вот. И это комплектация премиум. Пожалуйста, пару фотографий. И цена. Прекрасная очень цена в канадских долларах. Она получится, вот если за такие деньги взять, тоже очень-очень супер разумных денег. Обращайтесь, мы вам дадим по ней полную информацию. Вот Condition Report есть, отчет о состоянии карпуф и все увидится. Переходим к следующей машине. Следующая машина у нас Volkswagen Touareg 2012 года дизельный. Вот ее VIN-код, вот ее одометр, то есть ее пробег. Black on black, то есть черное на черном. Пожалуйста, в салоне. Солидный, красивый автомобиль, который мало того, что гламурный, экономный, так еще и очень надежный автомобиль. 2012 года. Вот. Ну, машина имеет и прогноз цены. То есть, если вас интересует такой автомобиль, обращайтесь. Мы вам сделаем полную консультацию по машине, конкретно заинтересованной машине. Дадим вам отчет о состоянии, дадим CarProof. И вы уже примите решение на момент покупки. Все машины продаются 9 июня. Это во вторник у нас в Монреале, на Манхейме. Окей. Следующий автомобиль. Вот это Audi Q7. Кстати, вот без колпачка. Вот у них бывает иногда, что теряются вот эти вот крышечки омывателя фары. У нас буквально недавно так получилось. Одна такая машина с потерянной крышечкой. 2011 года. Q7 премиум. Так, ну это что тут у нас? По-моему, это S-Line. Да, точно, это S-Line. Видите, по рулю сразу видно. В общем, вот это вот прекрасная S-Line 2011 года. Будет за очень разумные деньги. 2,2 отчет состояния из 5 возможных. То есть это неплохо, хороший, нормальный балл. Вот ее VIN-код, вот ее пробег. Машина 7-местная, без пневмоподвески. Если заинтересовало, обращайтесь, мы вам сделаем полную калькуляцию цены до Одессы со всеми расходами. Вот, и отчет о состоянии вам предоставим, CarProof, все, что необходимо. Следующая машина Audi Q7 2012 года. Тоже все дизельные автомобили. По-моему, это уже не S-Line, нет, это не S-Line. Вот ее VIN-код, 176 тысяч километров, есть отчет, прогноз цены. Машина 7-местная, как вы видите, вот. То есть хороший автомобиль, и по состоянию мы вам уже предоставим любую информацию, и до копеечки последней посчитаем ее под ключ в Одессу со всеми расходами. То есть, даже, вот я хочу сказать, что вот, диапазон 10 тысяч, она получается очень разумных денег в Украине под ключ со всеми расходами. Давайте переходим дальше. Следующий автомобиль у нас тоже Volkswagen Touareg, но только Exec Line. Это самая дорогая комплектация, которая только бывает. Ну, давайте проверим, если они не ошиблись. Нет, они ошиблись. Вот на вот этой маленькой динамике написано Динауди. То есть это именно самая дорогая комплектация, которая бывает. Вот. У нее 3,7 балла по состоянию этого дизельного автомобиля Volkswagen Touareg. Вот ее VIN-код 174 тысячи километров. То есть прогноз цены, он отсутствует, его нет. Но если вас интересует именно эта машина, пожалуйста, делайте скриншот, отправляйте нам, и мы дадим вам полную информацию по этой машине. Окей. Следующая машина у нас. Переходим к следующему автомобилю. Так, и следующий у нас автомобиль, он без фотографий. Такие фокусы бывают на Манхейме. Может быть, обновятся эти данные, появятся фотографии на момент торгов, но пока их нет. Кстати, вот такую машину без фотографий обычно, ну, так как сейчас вот из-за коронавируса, из-за всей этой пандемии запрещено приходить дилерам на сам Манхейм, то именно вот когда человек, допустим, клиент рискует взять машину без фотографий и без отчета о состоянии, то он может очень хорошо выиграть, в принципе, в цене, потому что все как-то набаливаются и, знаете, думают, ну что за кот в мешке. На самом деле, вот бывает иногда очень классный вариант. То есть она black, черная снаружи, ну и больше никакой информации неизвестно, как говорится. Ну, вот такой вот
загадочный автомобиль. Вот ее ВИН-код. Ну, CarProof есть, кстати. Вот CarProof есть, пожалуйста, CarFax. Мы можем... пробег указан, но какая-то информация есть. Окей. Следующий автомобиль, ну, по крайней мере, более интересный тем, что хотя бы есть фотографии. 2011 года, вот Volkswagen Touareg. Отчет о состоянии 2,8 балла. Есть прогноз цены. Вот ее ВИН-код. Пробег ее. Дизельная машина. Blue, видите, синий цвет автомобиля. И салон черный. Blue Black. Посмотрите парочку фотографий, я вам покажу. Кстати, красивый очень цвет. Ей очень подходит этой машине. Ну, то есть, если она вам понравилась, если она вас заинтересовала, давайте, звоните, не теряйте время. До вторника не так много времени, 9 июня, скажем так, на носу. И у вас есть шанс выиграть свой любимый автомобиль, получить его и поехать летом куда-то отдыхать с семьей, там, на море, еще куда-то на своей любимой машине. То есть у вас есть шанс это сделать и воспользуйтесь этим шансом сегодня, не завтра. Побалуйте себя, как говорится. Вот. Давайте перейдем тогда к следующему автомобилю. Это другой Volkswagen Touareg 2012 года. Ну, то есть вы видите комплектацию. Вот ее ВИН-код. Пробег есть. Отчет о состоянии по вот, ее Condition Report 3,2 балла. Есть CarProof, есть прогноз цены. То есть дизельный Touareg. Если вас заинтересовала вот, серебристая машинка, пожалуйста, обращайтесь к нам. И мы вам ее купим. У вас на этой распродаже, которая сейчас будет у нас на Манхеме в городе Монреаль 9 июня во вторник, у вас есть достаточно много шансов приобрести свой заветный любимый автомобиль, который вы хотите. То есть распродажи происходят не часто, поэтому обращайтесь своевременно, пожалуйста, для того, чтобы потом не кусать себе локти, что распродажа закончилась и непонятно, когда будет в следующий раз. То есть реально эти распродажи происходят спонтанно и нету никакой предсказуемости, когда это будет. То есть нету такого, что вот нас спрашивают, а как часто они происходят и по каким датам. Ни по каким датам, ни как часто, непонятно. То есть оно, есть какие-то накопления на аукционе Манхим и аукцион Одесса от продавца Volkswagen Group Canada. Вот. И как только какие-то накопления появляются, это все распродается. То есть вот на этой неделе была небольшая распродажа этих Volkswagen Touareg на аукционе Одесса, даже не на Манхейме ничего не было, на аукционе Одесса мы смогли купить что-то для себя. Мы Touareg приобрели для клиентов, и получилось, что 5 Touareg мы купили, Volkswagen, с аукциона Одесса, вот, из которых один в Халифаксе нам не отдали, а 4 Volkswagen Touareg в городе Эдмонтон в Альберте нам отдали. То есть вот 4 реально мы забрали машину. То есть не всегда получается купить то, что хочется. Поэтому тут еще есть такой фактор. Даже если сейчас распродажи, а не факт, что вас устроит та цифра, за которую пойдет машина на аукционе. Поэтому, а наоборот, вдруг она пойдет дешевле, чем прогноз цены на Манхейме. И такое бывает. Поэтому, или хотя бы вот даже в такую же цену, как здесь указано, это тоже неплохо. Поэтому вы имеете в виду, что приходится обрабатывать, скажем так, информацию, вот эти наши анонсы, по-быстренькому, в темпе вальса, потому что лето идет, всем хочется тусить, отдыхать, ездить на море, шашлыки, 5-20, встречаться с друзьями. В конце концов, просто побаловать себя любимой игрушкой, которую столько времени вы ждали, вы это заслужили. Поэтому, скажем так, посредством такого мостика, как наша компания, как мы, Канадакас, мы вам поможем получить вашу заветную мечту, реализовать ее, и вы ее получите на руки в своей стране, в частности, вот мы сейчас ведем речь про Украину, пожалуйста, вы ее получите в Украину, под ключ захотите прямо к вашему дому, на порогу прямо привезем этот автомобиль, там, где вы даже живете. То есть, да, мы такое тоже делаем, мы делаем транспортировку по территории Украины, довозим прямо машину под ключ в вашу страну, ваш город, на вашу улицу, вы там заберете ее, прямо сядете и везете оформлять. Да, хочу обратить внимание, что мы возим машины не только в Украину, мы возим под ключ автомобили в Литву, в Клайпеду,
растамаживаем, передаем клиентам, мы возим под ключик там, или в Германию, растамаживаем их тоже в Бремерхавене, передаем клиенту. Мы возим под ключик автомобили в Польшу, растамаживаем их тоже, передаем клиентам. Мы возим автомобили под ключ в Румынию. Мы возим автомобили под ключ в Болгарию, растамаживаем все, передаем клиенту. Возим автомобили под ключ в Молдову. Также растамаживаем и передаем клиентам. У нас есть представитель в Молдове, кстати, тоже обратите внимание. Возим автомобили, ну, понятно, что в Украине у нас есть представитель в Киеве, офис, пожалуйста, обращайтесь. Под ключ все растамаживаем и передаем в любой город, где вы там проживаете. Возим также автомобили под ключ в Грузию, в Поти, в порт Поти. И возим автомобили под ключ в Армению и в Белоруссию, в таможенный союз. Но не совсем под ключ, скажем так, мы передаем эти машины уже клиентам, они забирают их сами, сами растамаживают. Вот, поэтому обращайтесь, не пропускайте свой шанс. Вот, пожалуйста, не так часто это происходит, и вы можете себя побаловать тоже не каждую неделю. То есть вот 9 июня, раз большая, грандиозная, ребята, распродажа очень большая, такое редко бывает, чтобы 80 машин, Volkswagen, Touareg и Audi Q7, дизельных, продавались за один, в один и тот же день на аукционе Mannheim. То есть это грандиозное количество, 80 автомобилей. Поэтому у вас есть очень большой шанс купить, затариться классными аппаратами за хорошие деньги и наслаждаться вот летом своим автомобилем. Сейчас у нас доставка очень быстрая. В Одессу, допустим, у нас доставка занимает всего 25 дней где-то. И вы забираете свою машину в Одессе, но плюс несколько дней разгрузили контейнер, вы его забрали прямо у себя, поехали оформили и ездите сразу на этой машине. Кстати, мы предоставляем также такие вот услуги, как замена там масел, вот этого фильтров, там инспекция тормозов, все там это делаем. У нас есть наши механики в Монреале, с которыми мы сотрудничаем, машины, которые мы покупаем с Манхейма, допустим, или с Одессы, с аукциона Одессы, мы по просьбе клиентов мы делаем инспекцию автомобилей, меняем там масла, все такое для того, чтобы, допустим, многие очень наши клиенты хотят самостоятельно забрать свою машину в порт, прямо вот за воротами порта Одессы. Вот. И когда человек забирает сам свою машину, он, скажем так, без задней мысли может свободно сесть и ехать, не переживая о том, что состояние машины что-то не так, старое там масло, 5-10, а так там все поменено, все чистенько, классно, все отлично, и поехали своим ходом. Окей, переходим давайте к следующей машине. Следующая машина у нас опять, вот это видите, как получается темная лошадка. Нету фотографии, нету, видите, написано Condition Report Not Available, нету его. Вот ее ВИН-код машины, пробег ее. Audi Q7 2012 года. Ну, то есть, никакой информации я вам не могу по ней предоставить, так как тут, в принципе, на схеме минимум написано эта машина. Следующая машинка у нас вот это вот Audi Q7, Audi Q7 Volkswagen Touareg 2012 года с отчетом о состоянии 3,1 балла, это очень хороший отчет, очень хорошее состояние машины. Понятно, бывает и лучше, но это хороший средний балл, классный балл. Вот ее ВИН-код, пожалуйста, одометр, карпруф и все есть, прогноз цены тоже есть. Белый цвет ей очень подходит, красивая машина. С черным салоном, с панорамной крышей. Прекрасный автомобиль. Ну, то есть у вас шанс есть завладеть этой машиной, пользоваться, радоваться жизни. А есть, видите, прогноз цены тоже. Окей, переходим к следующей машине. Следующая машинка у нас Audi Q7. Черная. Ох, какой балл суперский. Вот смотрите, у нее она 2012 года. Комплектация у нее S-Line. Диски шикарные. То есть шикарные диски, обалденные. Вот ее ВИН-код и отчет о состоянии 4 балла. Это очень хорошее состояние машины, супер хорошее. Вот ее одометр, пробег 160 тысяч, 4 тысячи километров. И цена относительно хорошая цена. Это небольшая цена, ребята, для такой машины. То есть цена, она получит очень адекватный денег, если ее выиграть за эту сумму. Так, машина у нас, это пятиместная машина, как вы видите, написано. Хотя написано 3 ряда сидений. То есть я не знаю, кому верить, какой информации верить по этой машине. Это дизельный автомобиль. Давайте попробуем проверить
Ничего мы не проверим. Я думал, если открыть багажник, можно это увидеть. Вот, оказывается, он не увидел ничего. Ну, пятиместное, пишет пятиместное, но непонятно, что в реальности там происходит. Ну, окей. В общем, есть как есть. Вот, то есть, ну, в принципе, можно открыть отчет о состоянии, поехать, быстренько глянуть, что там и как. Непонятно. Видите, здесь пишут три ряда сидений, а там написано пятиместное. Ну, вот как это понять? Какая-то ошибка произошла. Вот. То, что дизельный мотор, это понятно, он дизель фью. Вот. Ну, не знаю, я не могу тут, скажем так, прокомментировать вот эту ошибку. Возможно, она реально пятиместная. Ну, окей, не буду заострять внимание уже на этом вопросе. То, что она не пневмоподвеска, у нее это тоже очень большой плюс. То, что она легко чинится, это здорово. Переходим к следующей машине. Следующий это Volkswagen Touareg 2012 года. Вот ее ВИН-код. Отчет о состоянии 4 балла. Вообще супер. 4 балла, ё-моё. Это очень хороший балл. То есть из 5 возможных, чтобы вы понимали, 4 балла это просто почти новая машина. 162 тысячи километров. Белый и черный внутри. Вот видите, опять я вижу ошибку. У этого Манхейма иногда они торопятся и допускают ошибки. То есть, смотрите, вот, пожалуйста, машина. Они что написали? Что белая снаружи? Да, она соответствует белая снаружи. Черная внутри. Но тут она не черная, кожа коричневая. То есть бывает иногда оплошности допускают, но не во всем. То есть они очень старательно, педантично занимаются. Ну, 80 машин, вы знаете, иногда можно за весь день. Я понимаю этих работников, которые там производят инспекцию, в глазах, наверное, рябит от этих Туарегов и Audi Q7, чтобы подготовить их к распродаже. Ну, реально, там уже будешь не только писать, что клещи из салона, там будешь писать, что, скажем так, что это не дизельный автомобиль, а электромобиль в конце дня, понимаете? Поэтому, наверное, это, скажем так, издержки производства. Вот ее ВИН-код этой машины. Вот ее пробег. То есть, если вас интересует именно она, обращайтесь, мы вам дадим всю информацию. И состояние. Окей. Следующий автомобиль это тоже Volkswagen Touareg 2011 года. Комплектация Exactline. 2,5 балла состояния. Вот у нее цена, прогноз цены ее. Гарпуф и все есть. Black черный снаружи, бежевый внутри. То есть, вот она какая. То есть вот, собственно говоря, такой прекрасный автомобиль может достаться вам, и вы будете пользоваться и радоваться жизни, скажем так, без всяких там забот и переживаний. То есть это все оригинальные пробеги, ребята. Это все прозрачная история, прозрачная база данных по любой машине. Нету никаких серых лошадок, все это четко, правильно. Это не как в Европе с этой вот сервисной книжкой, которая продается на ebay.de за 15-20 евро со всеми печатями. То есть Carpool дает вам всю точную информацию по пробегам, по всем вещам. Окей, переходим к следующему лоту. Следующий лот у нас Audi Q7 2011 года. Вот ее пробег 158 тысяч. Пожалуйста, эта информация по машине. И вот ее ВИН-код. То есть отчет о состоянии 3,1 балла у нее. Это очень неплохой. Прогноз цены имеется. Машина 7-местная. Здесь без ошибок вроде. Все в этом плане четко. Машина не S-Line. Но вполне достойный вариант. Чтобы убедиться, если она семиместная, вот, пожалуйста, она реально семиместная. Если вы приблизите, вот сиденья сложены, понятно, но ремни торчат. То есть все, как говорится, пучком, все нормально. Она семиместная. Давайте переходим к следующему лоту. Следующий лот у нас вот 2012 года, Audi Q7. 3,9 балла состояния у нее. Вот, пожалуйста, ее ВИН-код. Кстати, очень шикарные диски, посмотрите, какие спицы.
156 тысяч пробег всего лишь. Вот отчет по цифре, который дает нам аукцион Мархим 2012 года. Кстати, в 2012 году они производители, некоторые вещи поменяли в машине. Какие-то там сделали доработки, рестайлинг, 5-10. То есть цифры на щитке, если вы обратите внимание, вот эти все цифры, стали белого цвета. Раньше они были до 2012 года, они были красного, такого, розового цвета. Вот. Потом руль другой, Nice Line. Руль раньше с одной вот здесь вот спицей шел, а здесь сейчас двойная спица. То есть, ну, мелочевочка такая, ну что-то они доделали, что-то доработали. Вот. То есть смотрите, вот прекрасная машинка, 3,9 балла по состоянию. Вот ее вся информация здесь есть, но я не углубляюсь уже во все эти подробности, что там, что, как, какие коцки, какие царапинки. То есть если вас интересует эта машина, вы нам звоните, вы говорите, я хочу ее и все. То есть мы бронируем ее за вами и будем для вас ее участвовать. Понятно, что процедура брони вы можете ознакомиться на нашем сайте canadacars.biz в рубрике «Как заказать». Но просто, если вас интересует какой-то автомобиль, пожалуйста, высылайте скриншот интересующего автомобиля. Окей, бежим к следующей машине. Следующая у нас 2011 года. Volkswagen Touareg. С обалденными, скажу, оценкой. Просто очень обалденная оценка. 4,1 балла по состоянию. Это очень классно. 149 тысяч пробег всего лишь. White and black. Ну, то есть прогноз цены типа 11 тысяч. Как показывает практика, они получаются, вот эти Touareg'и, за такие деньги, как они прогнозируют. Почему-то, как правило, они уходят дороже. Ну, видимо, избранный автомобиль любит их. Везде, скорее всего, вот они поэтому дороже продаются. Но, скажем так, знаете, как рыбалка. То есть попытка не пытка, надо пытаться купить хороший автомобиль за хорошие деньги, возможно, он. И, возможно, даже за эти деньги. Окей. В общем, вот с этой машиной все понятно. Вот ее ВИН-код. Вот информация по машине. 2011 года. Продается все это, продается на распродаже. В один день все продается. Обратите внимание. Не пропустите, пожалуйста. Это все во вторник будет завершено и продано. Не тяните резину, не жуйте, как говорится, вот, медленно принимайте какие-то решения, а обращайте свое время. То есть вот у вас есть несколько дней для того, чтобы определиться, заказать то, о чем вы мечтаете, что вы хотите купить. А мы вам поможем. Проконсультируем, расскажем вам, покажем машине отчет о состоянии, покажем. И исходя из нашего опыта, богатого опыта, потому что мы их очень много продали, этих Touareg'ов и Q7 дизелей, мы вам расскажем нашу точку зрения и что, какие могут быть недостатки той или иной машины, которая вам понравилась. Вот, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Меня зовут Алекс и Виталий, мы вас проконсультируем, расскажем, что как и что. То есть, окей. Бежим к следующему автомобилю. Следующий автомобиль — это Volkswagen Touareg 2011 года, дизельный тоже. Вот его ВИН-код, вот информация по машине и пробег. Вот видите, пробег у него очень небольшой, 146 тысяч километров всего лишь. Опять ошибку вижу. Написано Silver Beige, видите, то есть снаружи Silver серебристый, да, а внутри беж. Ну да, хорошо, беж внутри, я согласен. Так она и есть. Там вообще-то не беж, ну хорошо, это беж, предположим. Но снаружи он совсем не Silver, то есть это не серебристый, это серый, грей. Они ошиблись здесь. Окей, если вас интересует именно эта машина, звоните и бронируйте, она может быть ваша. Окей, переходим к следующему автомобилю. Следующий автомобиль у нас вот это прекраснейшая, шикарнейшая Audi Q7 2011 года, черная. Да, 2011 года, еще раз обратите внимание. Вот ее ВИН-код. Вот ее одометр, пробег ее. Видите? Она и снаружи черная, внутри черная. Прогноз цены есть. Информация вся есть по машине. Если она вас интересует, пожалуйста, обращайтесь. Вот смотрите, какая она в салоне. Парочку фотографий вам покажу. Вот это еще до некоторых рестайлинговых изменений. Руль, спица одна. Видите? Но это тот же дизельный мотор. Коробка скоростей. Айсин тойотовская. Шестиступочка.
Вот, она без клемм подвески, очень надежная машина. И у вас есть шанс ездить на этой прекрасной, кстати, семиместной вот машине. Видите? Вот даже, пожалуйста, я вам это покажу, как говорится, вот сиденье. Вот, если вас она интересует, дайте скриншот, дайте нам знать, мы вам ее для вас купим на аукционе, который будет проходить 9 июня во вторник. Бежим к следующей машине. Следующая машина у нас без фотографий. Ну, то есть вот ее ВИН-код, вот информация по ней, 14-й год она. Не знаю, за сколько она уйдет. Прогноз цены вроде бы небольшой, но в реальности неизвестно. Фотографий нету, пробег 142 тысячи всего лишь. Машина дизельная тоже. Все, то есть как все любят, но нет фотографий. Окей, если что, дайте знать, если вас она интересует, мы купим для вас. Так, у нас дальше следующая машина Volkswagen Touareg. Значит, по этой машине, что по ней сказать, 12-й год, 12-й год. Комплектация комфорт, но что-то, по-моему, здесь не комфорт, а Highline, скорее всего, это комплектация. Вот. Ну, вовсе не, пусть будет комфорт. Хорошо. То есть машина черная, 3,1 балла по состоянию. Вот, пожалуйста, ее ВИН-код, 142 тысячи километров пробег, как вы видите. Прогноз цены имеется. Черная на черном. Да, она действительно, тут без ошибки, все черная на черном. Если интересна эта машина, дайте нам знать, но заранее. Все, пожалуйста, делайте заранее, чтобы успеть на распродаже купить свой любимый автомобиль. Хорошо, переходим к следующей машине. Следующая машина у нас 2012 года. Volkswagen Touareg. Вот комплектация написана экзекутив. Ну, опять какая-то лабуда-лабудовая. Скорее всего, это Highline, судя по тому, что я вижу. Вот она Silver Black. То есть, вот видите, как вроде не ошиблись. Вот ее ВИН-код. Пробег всего 138 тысяч километров. ММР это прогноз сны недоступен. То есть, если вас интересует такая машина или эта именно машина, делайте скриншот с экрана, и мы вам отправим всю информацию по этой машине. То есть, вплоть до Condition Report, у нее 2,9 балла состояния, это неплохо, очень, очень даже здорово из 5 возможных. Вот вышли вам карпуфы, и вам будет уже достаточно этой информации для принятия решения. И следующая машинка у нас Audi Q7 белая 2012 года. Это не S-Line, но смотрится очень даже внушительно. 2012 год, 3,2 балла состояния, как вы видите. Вот ее ВИН-код. Всего лишь 137 тысяч пробег. Это очень маленький пробег. Белая на черном. Прогноз цены адекватный. Вот она как выглядит. Если она вас интересует, бабам, дайте нам знать, и мы вам ее купим. То есть она будет ваша. Есть шанс, что вы ее приобретете, она будет ваша. Окей, бежим дальше. Следующая машина, это Volkswagen Touareg 2011 года, 2,9 балла состояния. Вот, пожалуйста, Condition Report. Пожалуйста, вот вам ВИН-код машины, вот одометр, 135 тысяч километров. Есть прогноз цены, фотки, все это есть. Все мы это вам вышлем по запросу. Если вас интересует вот этот коричневый Volkswagen Touareg, пожалуйста, вы нам даете знать. Скриншот отправляйте нам на Viber, на WhatsApp, Telegram. Мы вам вышлем информацию по вот этой машине. Звоните нам, заранее звоните. И у вас есть шанс, скажем так, приобрести именно то, что вам нравится. У вас продажа очень большая, происходит она нечасто. То есть, ну, как говорится, вам сказать, оно происходит, но то, что вы захотите купить, лучше именно можно сейчас. То есть, поэтому, скажем так, вот 80 машин это лучше, чем когда выбор всего лишь там 15-20, распродажа малюсенькая какая-то, да? Ну и понятно, что за эти 15-20 машин большая конкуренция, все борются, все хотят их купить, цена идет сильно вверх. Окей, переходим к следующей машине. Следующий автомобиль у нас Audi Q7 2011 года. Вот она информация. 3.0 турбодизель, тоже тот же мотор. ВИН-код ее указан.
Condition Report, 2,9 балла по состоянию. 134 тысячи километров всего лишь. Ну, грей снаружи, черное внутри. А есть прогноз цены. Как вы видите. Ну, в принципе, да, возможно, это грей. Возможно, это грей, возможно, серая. Но какая-то она темная серая. Окей, грей, хорошо. В общем, адекватная цена, прогноз адекватный. Если она вас вообще вам нравится, пожалуйста, обращайтесь. Мы сделаем вам суперадекватную цену под ключ в Одессу. И вы сядете прямо, можете, как говорится, сесть за руль из Одессы и приехать, как говорится, своим ходом в ваш город, либо мы можем доставить ее в ваш город, то есть если вы соизволите. Окей? Хорошо, переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас вот Volkswagen Touareg. Ну, то есть описание опций. 2011 года машина, ну, пожалуйста, Exec Line, вот ее ВИН-код, 3,2 балла по состоянию, ну, то есть это не маленький балл, пробег всего 132 тысячи километров, и вот вся информация, то есть то, что вас заинтересует, мы сможем вам отправить, и, для того, чтобы вы полностью в подробности понимали, что вы покупаете. Да, кстати, вот это вот Exec Line, действительно это Exec Line, в этот раз они не ошиблись, знаете, вот я вижу Dynaudio на динамиках, вот там вот маленьких динамиков. Dynaudio это самая дорогая уже комплектация. Ну, в общем, как бы так, да. Ну, понять можно, ошибки бывают у Манхейма по описанию комплектации, описанию цвета, кузова или салона. Бывает такое. Ну, даже я вот смотрю, сейчас делаю вам обзор, там считайте эти 80 машин, и то можно глюкнуть, когда смотришь. Просто коротко очень описываю. А тут надо еще с чек-листом, со всеми абсолютно там толщинометром краски проверить, со всей вот этой вот компьютерами проверить ошибки у машины, 5-10, ну, в общем, то есть там работенки хватает, естественно, от такой работы за весь день можно не только цвет. Окей, переходим дальше к следующей машине. Следующая машина это Volkswagen Touareg 2012 года. Вот его ВИН-код 3,5 баллов. Состояние это очень крутое состояние, хорошее состояние, ребят. Если вам нравится эта машина, это хорошее состояние. В предыдущих обзорах вы, наверное, видели, как мы покупали для Грузии Audi Q7, у нее там тоже не там, 3 с чем-то балла, но машина просто, ну вообще, просто хорошая, классная, в идеальном состоянии машина. Вот она какая в салоне, пару фоток, то есть, если вас интересует уже более подробно, расчет там, под ключ в Одессу, допустим, или до вашего города. Или вас интересует в подробностях описания отчета состояния, вот то, что вот здесь вот указано. Да? Мы вам вышлем прямо ссылочку, скриншот и все. Там, ну, все, что касательно вот этой вот машины, которая вас интересовала. Обращайтесь. Не перепутайте. Да, не забудьте. Все это продается в один день, во вторник. У нас 9 числа. 9 числа этих машин уже не будет. Не будет продано. Так, ну что, следующая машина это Audi Q7 2011 года. Тот же дизельный мотор, пожалуйста, вот он. Дизельный двигатель, 7-местный, как вы видите. 2,4 балла состояния, видите. Вот ее ВИН-код, пробег всего 127 тысяч километров. Ну, как бы небольшой пробег, хороший пробег. То есть, если хотите, вот, пожалуйста, она может быть ваша машина. S-Line, видите, по рулю, пожалуйста. То есть здесь они не пишут S-Line или не S-Line. Ну, в принципе, идентификация очень простая. Во-первых, это по дискам можно понять сразу, да, там по бамперу, по каким-то, ну, скажем так, косвенным вот этим вот внешним признакам. Ну, вот диски, видите, какие. Ну и самое главное, вот этот вот шильдик, видите, который здесь находится. Окей, если вам эта машинка понравилась, приглянулась, дайте нам знать, и мы приобретем ее для вас. У вас есть шанс ее купить за прекрасные деньги. Вы получите в оригинале, с оригинальным пробегом, без всяких там дурежей, обманов и так далее. У вас будет машина из Канады со всеми цацками, пецками, там, подогревом сидений, со всякими этими делами. И без пневмоподвески. И с честным, кстати, пробегом и историей. Давайте переходим дальше. Следующая машина у нас 2011 год, Audi Q7. Ну, как и здесь написано всегда, комплектация премиум. Возможно, они ошибаются, потому что если вот, допустим,
она из слайда, да. О, да, как я и сказал, они ошибаются. Потому что, вот видите, сразу по рулю можно сказать, она S-Line. Видите, вот значок S-Line. Это не премиум, это S-Line. А, хотя здесь сбоку не видно шильдик, потому что видите такой ракурс фотографии, что машина не сбоку сфотографирована. А тут не написано где, видите. Просто написано премиум. В общем, вот вам ВИН-код машины. Вот ее пробег. 119 тысяч километров. Black on black, черное на черном. 2,4 балла состояния. Ну, ребят, 2,4 балла состояния, чтобы вы поняли, что это такое. Ну, ровно 2 недели, там, месяц поесть машина, там, по, допустим, не знаю, ну, месяц поесть, допустим, по странам СНГ. Камешки, грязь, еще что-то, там, веточки, какие-то царапинки. Вот, и из 4 баллов она может за месяц превратиться в те же 2,4 балла, понимаете? То есть, ну, понятно, это все зависит от того, какой собственник автомобиля, насколько он педантичный, ухаживает за своей машиной, смотрит там за всеми там царапинами, ну, там, скажем так, моет ее и так далее. Да, но это очень придирчиво, скажем так, отношение любезной Манхейма, который смотрит все эти нюансы и с лупой прямо ходит и за каждую царапинку придирается. Окей, 2,4 балла, ребята, ничего страшного, это окей, нормальный балл. То есть мы вам скинем вот этот condition report, отчет о состоянии, и вместе с вами пройдемся по всем пунктам, проанализируем, что и как еще. Окей, к следующей машине бежим. Следующая машина — это Volkswagen Touareg 2012 год. Вот она какая красавица. 2012 год, поставили отчет о состоянии 4,2 балла. Ну, это, конечно, что говорит. Новая практически машина. Вот ее ВИН-код. Ну и пробег, ребята, пробег небольшой, 119 тысяч километров. Вот. Black on black, то есть вот черная, все без путаницы, без вроде бы все нормально. Есть прогноз цены, вот, ну, как бы, если он сработает, мы вам уже, знаете как, вы когда нам будете уже звонить, мы вас проконсультируем, покажем машине, там, по скриншоту, допустим, да, пишут прогноз цены. Ну, исходя уже из нашего опыта, мы вам сразу подскажем, плюс-минус, сколько они уходят. То есть опыт у нас очень богатый по этим машинам. Там Touareg, я имею в виду Одесса и Манхейм, целые автомобили, Touareg и Audi Q7 дизельные. Поэтому мы вам сразу плюс-минус, без там, больших ошибок, сможем сказать, что за сколько надо купить. И сколько она под ключ получится, допустим, в Украине, в Одессе, за воротами порта. Или до вашего города, можем сразу посчитать. Ну, окей, идем к следующей машине. Следующая машина — это Volkswagen Touareg, 2012 год, вот она, комплектация Highline, вот ее ВИН-код, одометр, 2,9 балла. Если она интересует, по ценам звоните, мы сразу вам уже посчитаем и подключим до вашего города. Следующая машина у нас Volkswagen Touareg 2012 года, серебристый, с черным салоном, 2,2 балла состояния, вот ее ВИН-код. И пробег всего 111 тысяч километров. То есть есть прогноз цены, есть Carfax и Carproof, которые мы вам предоставим. Ну, то есть вот такая прекрасная, красивая серебристая машина. Если она вас интересует, пожалуйста, звоните, и мы вам поможем ее купить. Кстати, я вижу здесь некоторую ошибочку маленькую. Они написали Highline комплектация. На самом деле это не Highline, это, видите, Dina Audio музыка. Это Execline, самая дорогая комплектация. То есть... Ну вот, вот вам и ошибочки. Знаете, есть приятные, есть не очень. То есть, вот. Это Execline. Окей, к следующей машине идем. Следующая машина — это Audi Q7. Это S-Line, 100% S-Line. Вот шильдик вам. Сколько мест у нее? Она 5-местная написана. Ну, опять они сами себе противоречат. Видите, 3 ряда сидений пишут и 5-местная. Ну, как такое может быть? Вот если есть фотографии в салоне, вот мы с вами сейчас и вычислим, если она 5-местная или нет. То есть вот у нее отчет балла 2,8. Ее ВИН-код. Всего 109 тысяч пробег. Это очень маленький пробег. Для 2010 года, то есть машина ездила очень мало. Вот есть этот прогноз цены. Давайте пройдемся по фотографиям. Можем сразу понять, ошиблись они или не ошиблись. Ну вот. Они не ошиблись, то есть, точнее, они ошиблись вот здесь. То есть надо было написать 2 ряда сидений, а не 3. Да, она 5-местная, но у нее нету 3-го ряда сидений. То есть эта машина реально 5-местная. Панорамные крыши, они все у нас панорамные крыши.
Если вас оно устраивает, пожалуйста, звоните. Вы можете получить за очень хорошие, адекватные деньги. Очень дешево вам получится в Украине под ключ со всеми всеми расходами. Следующая машинка 2014 года. Вот Audi Q7. Вот ее ВИН-код. Всего 75 тысяч пробег. И прогноз цены вот он. Но нет ни одной фотографии, поэтому сложно что-то сказать. Зато есть CarProof и CarFax, вся информация по ней есть. Окей, следующая машинка у нас тоже без фотографий. Тоже 2014 года, вот ее ВИН-код, прогноз 19-100. Ну, что я могу по ней сказать? Нету информации никакой. Следующая машинка, 2015 год. 2015 год, Audi Q7, тоже нет отчета о состоянии. Ну, нет ни фотографий, ничего. Всего 68 тысяч пробег. Черная только снаружи видно, ну и прогноз цены 23 900 канадских долларов у нас. Окей, если она вас интересует, обращайтесь. Может быть, к дате продажи появится и фотографии, информация. Хорошо? То есть делайте скриншот, чтобы мы видели сразу ВИН-код, о какой машине идет речь, и тогда мы можем быстро найти вас. Хорошо, следующая машинка это Volkswagen Touareg 2012 года. Да, большой пробег, но у вас за счет этого пробега есть возможность, получается, подешевле купить, чем стандартная цена. Пробег вот 244 тысячи километров. Вот ее ВИН-код, но 3,6 балла состояния, это очень хорошее состояние. И, кстати, опять ошибка, написали Highline, это не Highline. Вот по динамикам сразу понятно, вот Dean Audio там написано, вот эта дорогая самая музыка, это самая дорогая комплектация. То есть, прекрасно, это хороший сюрприз был для покупателя. То есть, дизельный автомобиль, это, наверное, дизельный мотор. Скажем так, это только по дизелякам распродажа будет сейчас вот у нас 9 июня 2020 года, во вторник, у нас в Монреале на аукционе. Хорошо, дальше бежим. Следующая машинка, вот она, Audi Q7. Ну вот это 100% S-Line, 2012 год. Нигде они не пишут, что это S-Line. Состояние 1,8 балла, есть какие-то, видимо, коцки, какие-то нюансы, что-то там не понравилось им. Прогноз цены зато хороший. Даже очень хороший прогноз цены. Вот он, S-Line. Но это 12-й год, это уже там рестайл и все-все дела, понимаете. А я скажу, почему не съебался состояние. Вот в салоне там грязь. Видите, она неухоженная немножечко. Но придется, скажем так, выделить там чуть-чуть время, чуть-чуть, может быть, денег некоторых, сделать полировочку, чтобы она вид имела красивый. Да, прекрасная машина за шикарные деньги. У вас есть возможность ее купить. И очень здорово сэкономить, получить ее за практически халяву какую-то там в Украине под ключ со всеми расходами. Окей, переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас вот этот вот Volkswagen Touareg, знаменитый 2011 года, Highline комплектация, вот ее ВИН-код, пробег 240 тысяч километров, но при этом 3,2 балла состояния, это очень круто. Ну, пишут, вот прогноз цены такой, но ну, поверьте нашему опыту, что такое цена, ну, дорого. По рыбе дорого, дорого. Но пытаться можно, попытка не пытка такое дело. Да, комплектация не Highline, как они тут пишут. Это комплектация Execline, то есть самая дорогая его музыка динамика. Окей, переходим к следующей. К следующей машине 2012 года. Volkswagen Touareg. ВИН-код ее, одометр 232 тысячи километров, прекрасно, супер Black Brown, то есть вроде здесь все без ошибок, прогноз имеется, парочку фотографий, вот как она смотрится в салоне, действительно, опять ошибку вижу, это написано комфорт, это не комфорт, видите, сразу смотрите, вот динамик, вот он, вот этот маленький, музыка вот, возле ручки, видите, и там мелкими буквами написано, Dean Audio. Окей, переходим к следующему лоту. Следующий лот у нас 2012 года Volkswagen Touareg опять, да? То есть Volkswagen Touareg, вот ее ВИН-код, 231 тысяча пробег. Что у нас здесь? Непонятно. Скажем так. Ну, по-моему, это тоже у нас идет с музыкой Динаудио. Скорее всего, это Execline. То есть это, скорее всего, самая дорогая комплектация. Я и по дискам вижу, что диски здесь необычные. Если вас интересует эта машина, вам вышли на condition report, это отчет о состоянии, CarProof, все интересно, все, что интересует, все нужно. Да. У вас будет полная информация перед покупкой, что вы будете себе брать. Следующая машинка у нас вот эта,
Вот этот Volkswagen Touareg 2011 года. Ну, то есть белого цвета. Ну, прекрасный автомобиль. Ну, что бы сказать. Вся информация, все подробности мы вам уже дадим, если вас заинтересует она. Вот. А так, что бегло вам показали, 2011 год, вот ее ВИН-код, 226 тысяч километров, 2,9 балла в состоянии, это очень неплохой балл, ну, то есть здорово, то есть классно. С чем вас, как говорится, и поздравляем, у вас есть шанс купить такую прекрасную машину. Переходим к следующей машинке. Переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас вот этот вот Volkswagen Touareg 2011 года. Я вижу по дискам, по, скажем так, по фарам, по всем вещам, что это хорошая комплектация. Вот 3,1 балла состояния. Вот, пожалуйста, у нее ВИН-код, ее одометр, сколько пробег. Есть прогноз цены, дизельный Volkswagen. Вот, и, скорее всего, судя по всему, ну, сложно сказать, но непонятно, что это смысл. Вот, ну, комплектация неплохая. Как минимум, комплектация Highline, как минимум. Но не комфорт. То есть, смотрите, вот у вас есть шанс купить эту прекрасную машину, и она получится очень за адекватные деньги уже под ключ в Одессе или, там, или в вашем городе Украины. Пожалуйста, переходим к следующей машинке. Это Volkswagen Touareg, 11-й год. Видите, как много на этой распродаже Volkswagen Touareg. Это даже может быть в соотношении больше, чем Audi Q7 дизель. Дизельные Touareg, дизельные Q7, но, по-моему, Touareg на этой распродаже даже больше. Вот, пожалуйста, 11-й год, Volkswagen Touareg. Вот ее ВИН-код, 2,9 балла состояния, 221 тысяча километров. Ну, то есть, как бы, хорошая машина. Подробности, которые вас интересуют по этой машине, обращайтесь к нам, мы вам дадим. Предоставим ей там Carfax, CarProof, вот отчет о состоянии отправим вам, вы сможете посмотреть то, что вас интересует. Окей, бежим дальше. Дальше у нас Volkswagen Touareg 11 года, белый, вот с этим ВИН-кодом. Вот ее одометр, пожалуйста. White Black, то есть в салоне черное. Вроде все без ошибок, вроде все нормально. То есть, ну, прекрасно. То есть вас, если интересует такая машина, обращайтесь к нам. Предоставим кондиционный репорт, CarProof. Все это у вас будет. То есть прямо ссылочка именно вам там по Viber, по Telegram или по WhatsApp отправим ссылку, и вы изучите то, что вас интересует, и мы вас проконсультируем, покажем машину. То есть следующая машина у нас 2011 года, Audi Q7. Отчет у нее состояние 3,1 балла. Вот ее вот, пожалуйста, посмотрите. Пробег у нее 218 тысяч километров. Прогноз цены очень неплохой, очень здоровский такой, скажем так, прогноз цены. И у вас есть шанс ее очень нормально, за нормальные деньги купить. Это премиум, это не S-Line, но нормально, хорошая машина. Хорошо, переходим к следующей машине. Следующая машина у нас 11-й год, Audi Q7, 3.0 турбодизель. Вот она, пожалуйста, дизельный мотор. 7-местная написано, как вы видите. И даже, как я вижу, спущенное колесо. Видите? Это S-Line комплектация, 11-й год. То есть вот даже по рулю, пожалуйста, вот S-Line у нее. 2,7 балла состояния. Вот ее ВИН-код. 218 тысяч пробег, грей снаружи, черная внутри. Ну, что-то она не похожа на грей. По-моему, это вообще, не знаю, такое ощущение, что это черный цвет. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, а может, они ошиблись. Возможно, это все-таки черный цвет, но не грей. Окей, она будет в адекватной цене, у нее пробег 218 тысяч километров. И цена будет адекватная на аукционе, она будет дешево в Украине, под ключ мы сделаем. Это хорошая, очень классная цена. Хорошо, переходим к следующей машине. Следующая машина это Audi Q7, кстати, до рестайлинга. Видите, вот смотрите, рестайлинг вот уже с ресничками вот этими светодиодными. До рестайлинга без этих ресничек, ну и какие-то там есть отличные бампер, решетка там. Это 2009 года машина, но это тоже дизельный автомобиль. Вот тот же самый дизельный автомобиль, 7-местная. Скажем так, вот. Но ее есть возможность купить очень дешево. Да? 214 тысяч пробег. Вот ее ВИН-код. Вот прогноз цены, я не знаю, если она будет соответствовать прогнозу цены, то это будет какая-то халява. Вот, то есть...
Вот, пожалуйста, как она там в салоне выглядит, все ее там нюансы. Если вас она заинтересует, мы вам вышлем отчет о состоянии. Он имеется, видите, CarProof, 3,2 балла. Это очень хорошее состояние машины. Просто на 2009 года. Если она вас интересует, мы здесь. Звоните, не упустите свой шанс. Вы будете дешево, без пневмоподвески. Окей, поехали дальше. Следующий, это 2012 года, Volkswagen Touareg, написано Exec Line, да, то есть Exec Line, ну, возможно, это Exec Line в реальности, то есть, ну, что, хорошая машина, 2,9 балла состояние, 250 тысяч километров пробег, вот я говорю, код, ну, скажем так, вот, прогноз цены, не знаю, насколько он будет соответствовать с реальности, но будем смотреть уже на самих торгах, но переходим к следующей машине. Следующая машинка у нас вот 2011 года Volkswagen Touareg. Вот ее ВИН-код и пробег 247 тысяч километров. То есть не маленький пробег. Но за счет этого вы можете купить ее дешевле за счет пробега. Кто-то хочет меньше пробег, кто-то больше. Но сколько мы видели автомобилей? 300 тысяч километров в Touareg. И даже видели 300 с копейками, 250-330, знаете, я не заметил особых различий в работе мотора и в переключении коробки скоростей, мы делали тест-драйвы у них, то есть они все, в принципе, нормальные, прекрасные автомобили, то есть никаких у них языков нет, то есть, ну, ездила по магистрали на нашей канадской хорошей солярке, и какие могут там возникнуть сложности, никаких, то есть нормально, хорошая будет машина, вы ее получите в своей стране, в Украине, под ключ, растаможенную, повернете ключ зажигания, сели, поехали на Черное море, в Одессу, в Коблево, где вы захотите там просто потусить, можно в своей же стране на этой прекрасной машине. Ну, представьте, как гламурно будете на ней смотреться. Белоснежки. Ну, прекрасные машины. Если вас реально такая машина заинтересует, звоните, у вас есть шанс ее купить 9 июня 2020 года, это следующий вторник. Бежим дальше. А дальше у нас вот что там. 2011 года Audi Q7 с пробегом 259 тысяч километров. Вот ее ВИН-код. Отчет о состоянии 3,2 балла. Это очень хорошее состояние. То есть вот такая вот прекрасная машина. Дизельная, семиместная. То есть вот давайте проверим, семиместная или как. Да, она семиместная. И салон такой необычный очень, кстати. Написано, видите, черный и браун, коричневый салон. Оно так и есть, да, черный браун. Пожалуйста. То есть, вот, но она не S-Line, она премиум реально. Вот если вас она интересует, пожалуйста, обращайтесь, мы вам сделаем супер классную цену до Украины под ключ. И она будет реально, поверьте, цена будет очень хорошая. Если согласно прогнозам машина уйдет, то цена будет суперская для Украины, для вас она будет идеальная. Окей, переходим к следующей машинке. Следующая машина у нас Volkswagen Touareg 2012 года с пробегом 257 тысяч пробег от километров. Да, вот у нее ВИН-код ее, отчет о состоянии, прогноз цены есть. Ну, прогноз цены, как бы почему-то для Touareg вообще туго действует, но можем пробовать. Если вас интересует вот этот Touareg, вы к нам можете обратиться, и мы вам его придадим. У вас есть шанс купить эту машину. Окей, это 2012 года. Переходим к следующей машине. Следующая машина у нас без фотографий. Вот 2015 год Audi Q7, вот этот Whisper, вот это вот, да, написано, вот эта аббревиатура, это самая-самая богатая комплектация, она, ее такую можно в комплектацию найти у дилеров на QGG в Канаде или на сайте autotrader.ca Канада, такие машины есть, тоже просто можете поподробнее прочитать, что вот этот Whisper, вот это, да, комплектация, то есть это очень богатая комплектация с черными дисками, она интересна. Смотрится машина хорошая, шикарная. Вот, если вас интересует, пожалуйста, звоните. Ну, видите, ни фотографий, ничего нет, ни пробега вообще не появится. Возможно, появится в базе данных информация ближе к продаже. Она тоже появится у нас в Монреале 9 числа. Окей, бежим к следующей. Следующая точно такая же история, 2012 года Volkswagen Touareg. Тоже нет информации, нет фотографий. Далее тоже Touareg, тоже по такой же системе. Видимо, какой-то сбой в системе Mannheim. Такая же история 2011 года Volkswagen Touareg. Тоже нет ни фотографий, ни пробега, ничего, ни отчета о состоянии. А вот здесь уже есть отчет о состоянии 2012 года Volkswagen Touareg. 3,0 балл
состояние. Вот ее вин-код. Пробег 293 тысячи. Интересно, 293 тысячи километров у этой машины. 2012 год. Ребят, если вам повезет и прогноз цены будет такой, то это будет халява полная по этой машине. Вы сможете ее купить по очень классной цене. Обращайтесь, мы вам сделаем хорошую цену и постараемся помочь. Если вас интересует информация по этой машине, мы вышли бы все данные, там, и Condition Report, и Carfax, и все-все вам отправим. Окей, следующая машинка, давайте, что тут у нас? Ага, тут какой-то глюк в системе. Ну, окей, переходим, давайте. Что у нас? Ага, так, следующая машинка у нас идет вот эта. Окей, следующая машинка у нас 2012 года, Volkswagen Touareg, комплектация Highline, с пробегом 290 тысяч километров, вот ее. Вин-код 2,9 балла состояния, ну прекрасное, прекрасное состояние, прекрасный автомобиль. То есть он ездил по трассам. То есть 290 тысяч километров, ну это чисто по хайвею. Человек наездил за 8 лет, там 35 тысяч километров в год, это только хайвей майлдж. Поверьте, нет, это не по поводу. И 100-110 км в час ограничение скорости. Ну, то есть, эта машина практически с минимальным износом. У вас есть шанс купить прекрасную машину. Да, с большим пробегом, но условно будет с минимальным износом. Звоните, обращайтесь, мы вам ее купим. И вот будет прекрасный автомобиль. Окей, следующая машина. Смотрите, что у нас по следующей машине. Ну, подогрево сиденья, понятно. У всех есть, вот видите, вот хитрые задние сиденья тоже подогреваются, зеркала, все такое. То есть у нас тут в Канаде в этом плане класса, что подогрево сиденья, все это четко есть. Машина в комплектации ExecLime 2012 года. Видите, она Blue, Beige и 284 тысячи пробег. Класс, супер. Вы ее можете очень дешево купить за счет этого. 3,5 балла состояния, вот ее вин-код. Если она вас интересует, 12-й год, у вас есть шанс приобрести прекрасную машину, она будет у вас служить верой и правдой. Классная машина, будет хороший автомобиль. Окей, переходим уже к последним, как говорится, лотам, к последним автомобилям. Это вот это Audi Q7, 265 тысяч пробег, это S-Line, комплектация хорошая, 7 мест, 3 ряда сидений, никаких ошибок вроде нету. Ну вот ее вин-код, 2,7 балла состояния, 265 тысяч. Если ее купить за этот прогноз цены, который здесь есть, она в Украине получится просто очень классная цена. Да, машина действительно 7 мест, вот при нем видно сложное сиденье. То есть, ну, если хотите, пожалуйста, обращайтесь, у вас есть шанс ее приобрести. Ну и что, напоследок, ну все уже, напоследок у нас ничего нет. То есть, напоследок у нас та была последняя машина, которую мы смотрели, вот это Audi Q7. Ну и в принципе, вот вам и вся распродажи, пожалуйста, вы к нам обращайтесь. Если вас интересует или Audi Q7 дизельный в Украине под ключ, либо Volkswagen Touareg дизельный в Украине под ключ, пожалуйста, мы вам сделаем. У всех машин разные состояния, разные пробеги, разные цены, но мы вас проконсультируем, покажем машине, сделаем супер цену до дома. Пожалуйста, обращайтесь. Не забывайте, хочу еще раз сказать, что все машины продаются, вот, пожалуйста, дата. Вот sale date, видите, 9 июня в 10 утра по нашему времени, по времени Монреаля. У нас такое же время, как в Нью-Йорке. Мы тут не так далеко друг от друга находимся, 600 километров от Нью-Йорка. Поэтому не пропустите. Sale date это вторник следующий, 9 числа. У нас в городе на аукционе Манхейм Монреаль большая куча машин, распродажи. Вот от этого продавца, Volkswagen Group Canada и Volkswagen Finance, продаются около 80 автомобилей Volkswagen Touareg, все дизельные, в новом кузове, ну, от 2011 года и новее, и Audi Q7 дизельные от 2010 года, вот этот рестайлинговый версии и новее. Обращайтесь, не пожалеете, машины классные. Не пропустите ваши варианты, у вас есть шанс летом ездить на хорошей машине, дизельной, неприхотливой, очень выносливой, без всяких там пневмоподвесок и
Audi все семиместные, как правило, Touareg, как правило, все там с панорамной крышей, со всеми, всеми там зарядами по полной программе. Обращайтесь, звоните, телефоны указаны на нашем канале, под каждым видео указаны телефоны, в шапке указаны телефоны на нашем канале, а также в конце самого каждого видеоролика, и также на нашем сайте www.canadacars.biz в рубрике «Контакты» и в рубрике «Как заказать». Все, вся информация есть о нас, пожалуйста. Ознакомьтесь, как делать заказ, и не теряйте время, звоните нам прямо сегодня, и мы поможем вам приобрести, выиграть эту машину во вторник, 9 июня. Все, спасибо, это были мы, это компания Canada Cars. Еще раз благодарим вам, желаем удачной будущей недели, прекрасных выходных. Вот, и звоните нам, не забывайте про разницу во времени. У нас разница во времени с Украиной минус 7 часов, то есть когда у вас 5 часов вечера, у нас 10 часов утра. Звоните нам, пожалуйста, после 5 вечера, после 4 вечера, и мы на связи, и пообщаемся, и все вопросы обсудим, и примем ваш заказ в работу. Все, спасибо большое, пока-пока, всего хорошего, желаем удачи.